Здравствуйте, друзья! И в этом видео мы рассмотрим автомобиль ГАЗ-322-14, карета скорой помощи на базе фургона «Газель» в масштабе 1 к 43, которая вышла в журнальной серии «Автомобиль на службе» под номером 11. Довольно хорошая модель «Газели», и это была первая машина «Газели», которая вышла в данной журнальной серии. Хотя, если рассматривать всю журнальную серию, то в ее рамках вышло довольно много автомобилей на базе «Газель». И, в принципе, все модели удачные, за исключением инкассаторского фургона «ГАЗ-Ратник», но об этой модели мы поговорим в другом видео. Модель хорошо попадает в масштаб, у нее довольно правильная геометрия кузова и общие пропорции. Безоговорочно узнается прототип автомобиля. Кузов модели выполнен из металла, у нее нет открывающихся элементов. И на удивление, эта модель имеет довольно высокую детализацию. В модели отдельные дворники, отдельные зеркала заднего вида, отдельные фары ближнего света, решетка радиатора, светосигнальная балка. Также есть вентиляционный грибок и прожектора на крыше автомобиля. Свою модель я начал немножко дорабатывать. Как видите, я зачернил решетку радиатора, также обозначил отверстие на колесных дисках, и в принципе колесные диски выполнены довольно хорошо, но опять же они уступают по своей проработке колесным дискам, которые вы можете найти на агатовской «Газели». Диск обут в резиновую покрышку, довольно простое днище, есть имитация выпускной системы, при желании вы можете ее раскрасить. И в целом данная модель оставляет очень приятное впечатление. У модели отдельные задние фонари. Есть табличка под номерной знак, на котором есть надпись «Газель». И самая главная проблема этих моделей – это качество сборки. И при выборе вашей модели обязательно обращайте внимание, чтобы ваша модель была комплектная. И очень много моделей, у которых некомплектный салон. Потому что, видите, через стекла вы не можете рассмотреть, комплектный ли у вас салон или чего-то не хватает. И сейчас я вам покажу, что находится внутри комплектного салона на данную «Газель». У меня есть еще одна аналогичная машина. Видите? И, конечно, ее качество немножко хуже, чем качество первого автомобиля. Например, у нее, видите, заляпан клеем капот, крыло, также непонятно чем заляпаны стекла, видите? Поэтому раз на раз не приходится, и советую вам тщательно выбирать вашу модель. И чтобы разобрать модель, вам нужно открутить крепежный винт, также вынуть табличку под номерной знак, потому что она служит маленькой защелкой. И так вы можете снять днище и разобрать вашу модель. Ну, давайте посмотрим, что находится в салоне данного автомобиля. И видите, в принципе, салон довольно детализирован. Если его раскрасить, то он будет очень хорошо смотреться. На своей модели я тоже в дальнейшем его раскрашу. Но кто не хочет раскрашивать, то, в принципе, салон через такие маленькие стекла все равно не видно. Ну вот, в принципе, так выглядит салон. Опять же, видите, он заляпан отпечатками пальцев. И у меня одна модель была некомплектная, у нее отсутствовал рычаг переключения передач, и хорошо, что я это вовремя увидел, и мне удалось обменять свою модель. Так что будьте предельно внимательны, когда вы выбираете эту модель. Ну, в принципе, можно посмотреть, как выглядит автомобиль изнутри. В принципе, ничего необычного нету. А в целом, это хорошая модель, и если вы собираете автомобили ГАЗ, если вам нравятся «Газели», то советую приобрести эту модель. Эти модели попадаются со скидкой. Я недавно видел, эти модели продавали по 199 рублей. И за эту цену лучшего варианта данного автомобиля вы просто не найдете. Потому что если даже провести аналогию с агатовской «Газелью», ее цена начинается с 700 рублей. То это, в принципе, модель стоит дешевле. По качеству она уступает, но не намного. И, честно сказать, оформление передней части, если мы говорим о автомобиле после рестайла, мне нравится больше у моделей из журнальной серии, нежели у автомобилей агатовского производства. Спасибо за внимание, это был обзор кареты скорой помощи «Газель» ГАЗ-322-14, которая вышла в журнальной серии «Автомобиль на службе» под номером 11. И увидимся в следующем видео. Всем пока!